Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники. В районе города Николаев ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники. Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса «Гарпун». В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорск уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов. В населенном пункте «Маяки» Донецкой Народной Республики уничтожены 6 боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов. В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены 4 батареи РСЗО и 4 артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кадыма Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Ановка Днепропетровской области. Самолетами Су-35С ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики, а также 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневая, Болдырева, Ковалевка, Петровка, Долгенькая, Капитоловка Харьковской области и Куйбышева Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники.